Что такое дефибриллятор, слышали многие. Это прибор, с помощью которого врачи спасают жизни при остановке сердца. Чебоксарские кардиохирурги сделали уникальную операцию и плантировали миниатюрный дефибриллятор в организм пациента. Для чего это нужно больному и насколько сложна подобная операция, расскажет Татьяна Иванова. Новый прибор – это тот же кардиостимулятор, только нового поколения, со встроенным внутри дефибриллятором. Его устанавливают пациентам, у которых есть угроза возникновения нарушения ритма желудочков сердца. Маленький аппарат вживляется под кожу в области сердца, а внутрь органа вводятся два электрода. Пациент 60 лет. Значит, это мужчина, который перенес несколько инфарктов миокарда в анамнезе, оперирован на сердце. Причем инфаркты были осложнены так называемой аневризмой сердца. В послеоперационном периоде сохранились так называемые нарушения ритма сердца. Мы говорим о так называемой желудочковой тахикардии. Такие вещи обычно лечатся консервативно, но в некоторых случаях так называемая консервативная терапия не приносит успеха. Теперь не стоит бояться, что сердце вдруг затрепетает. Маленький приборчик будет круглосуточно контролировать его и в нужный момент задаст правильный ритм. Операция малотравматична и проводится под местным обезболиванием. Длится в среднем около часа. Но кардиохирурги диспансера ко всем оперативным вмешательствам относятся максимально ответственно. Несложных оперативных вмешательств не бывает. Все операции по-своему сложные и во всех свои нюансы. И, собственно, из всех нюансов и состоит наша деятельность. И нужно эти нюансы всегда учитывать и понимать. В нашем диспансере кардиостимуляторы устанавливают уже 25 лет. Ежегодно врачи проводят 350 подобных операций. Большинству пациентов подходят стандартные приборы, а новые со встроенным дефибриллятором имплантируют в единичных случаях. Всего 5 или 7 пациентов в год нуждаются в таковых. Для пациента это совершенно бесплатная установка. Пациентам устанавливается при определенных заболеваниях и в рамках высоких технологий за счет бюджета федерального и местного регионального. Кардиохирурги сообщили, что после подключения прибора пациент стал чувствовать себя намного лучше. Татьяна Иванова, Вадим Владимиров, Вести, Чебоксары.